Дорогие друзья, 27 января мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ленинградская блокада – одна из самых трагических и в то же время доблестных страниц в истории нашей страны. Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память тем, кто ценой собственной жизни приблизил победу. Дорогие наши герои, участники городского клуба ветеранов войны и труда «Ты помнишь, товарищ», поздравляем вас с праздником несгибаемой стойкости и победы, с днем окончания блокады Ленинграда. В этот день желаю вам здоровья, благополучия, душевного тепла и заботы близких. Низкий вам поклон. Кто-то помнит об этом со школьной скамьи, кто-то с первых ступеней детсада. В необъятной стране нет, пожалуй, семьи, где не знают, что значит блокада. Про разруху и голод, про жизнь без прикрас, про спасение летнего сада. Мы вдыхаем, как воздух, правдивый рассказ о суровой судьбе Ленинграда. В холода, когда бушуют снегопады, в Петербурге этот день особо чтут. Город празднует день снятия блокады и гремит в морозном воздухе салют. Это залпы в честь свободы Ленинграда, в честь бессмертия невыживших детей. Беспощадная фашистская осада продолжалась 900 голодных дней. Их теперь совсем немного, тех, кто пережил блокаду, кто у самого порога побывал в земном аду. Были это дети просто, лишь мечтавшие о хлебе, дети маленького роста, а душой почти на небе. Каждый час грозил им смертью, каждый день был в сотню лет, и за это лихолетие им положен целый свет всего, что можно, и всего, чего нельзя. Только будем осторожны, не расплещем память зря. От усталости шатаясь ленинградцы шли на улицы, и слышалось «Ура!». И сквозь слезы начинали обниматься. Все, закончилась блокадная пора. Есть салют у нас весной на День Победы. Он цветами красит небо всей стране. Но особо почитают наши деды тот салют в голодном белом январе. За здравие, и нельзя в помин души. Мне досталось испытание быть не мертвым, не живым. И взлетев в объятия вечности, словно птица. Пропали без вести, не найдя в земле покой. Мы не погибли, мы просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Матери, ждать о нас любую весть. Все, кто веры не утратили в то, что мы на свете есть, не живые и не павшие, не пришедшие с войны, просто без вести пропавшие.